Медики готовятся отметить свой профессиональный праздник. Чествовать лучших в Самаре и Тольятти будут в конце этой недели. А новости губернии продолжают цикл репортажей о тех, для кого труд врача стал делом всей жизни. О непростой и важной работе в нашем материале. В оперативном отделе Тольяттинской станции скорой помощи работа не останавливается ни на секунду. Сюда стекаются звонки жителей города и ближайших поселков. Только за сутки специалисты принимают до 600 вызовов. Как запишут, какую пошлют бригаду, от того зависит, как бригада приедет и как будет оказана помощь. И много ведь у нас и при этом благодарности от людей, которые вызывают скорую помощь, что бригада приехала вовремя, оказала помощь квалифицированную и спасла жизнь человека. Татьяна Чукова работает в скорой помощи уже более 20 лет. В 79-м году окончила Куйбышевский мединститут. По распределению попала в рабочий поселок Прибрежный врачом-педиатром. Затем переехала в Тольятти. Долго работала в составе выездной бригады скорой. Сегодня занимает кабинетную, но от этого не менее важную должность. Сюда берут только опытных врачей с высшей медицинской категорией. Человек, который обладает сертификатом и врача скорой помощи, и по организации здравоохранения, имеет высшую квалификационную категорию, это очень ценный для нас человек, и я считаю, что на таких людях держится наша служба. Ну как, не устали? Нет. Нет, пока еще у меня силы есть. Силы есть, желание есть, а дальше как будет. Кирилл Козин, Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти.